Жинтянь! Хорошо, что глава культа дал мне этот жезл. Так я могу отомстить! Жинтянь! Жинтянь, как ты? Слышала, что никакое пламя над тобой не властно. Надо узнать, так ли это. Умрите в огне и оставайтесь навечно заложниками, как жертва моей старшей сестре. Жинтянь, скорее вставай, здесь везде разлито масло. Жинтянь, Жинтянь. Оставь меня! Поторопись и спасайся отсюда! Я не думал, что снова потащу тебя за собой. Я не этого боюсь. Я хочу, чтобы ты остался в живых. Не беспокойся. Ты что, забыла? Я же повелитель пламени. Мне не страшен огонь. Ты врешь. Тебя ранили. Ты серьезно ранен. Жинтянь. Жинтянь. Старшая сестра, я отомстила за тебя. Теперь твоя душа может упокоиться с миром.